Друзья, всем привет! Вы на канале «Домик в селе». И сегодня мы с вами приготовим очень вкусную и полезную халву. Готовится она очень быстро и понадобится нам всего лишь 3 ингредиента. Это семечки подсолнечника, арахис и мед. Семечки подсолнечника, как и арахис, мы прожариваем и маленькими порциями перебиваем в кофемолке. Перебиваем маленькими порциями для того, чтобы они лучше перемололись и появилась немного маслянистость. Тогда они лучше спрессуются. Количество ингредиентов я оставлю под видео в описании. Мы перемололи семечки и арахис, хорошо их перемешали, и сейчас сюда добавляем мед. Мед у нас экологически чистый, работают свои пчелки. Хорошо вымешиваем все до однородности. Подготавливаем пленку пищевую и хорошо утрамбовываем. Формируем колбаску. Можно использовать любую форму. Можно выложить в тарелочку, затрамбовать. Ну, так просто гораздо удобнее будет порезать ее.
Наши колбаски готовы, и мы отправляем их в холодильник на час примерно. Вот такие они получаются, плотненькие, не рассыпаются, очень удобно кушать. Пожалуйста, если вам понравился наш рецепт, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пробуйте с удовольствием.